Добрый день, дорогие мои друзья. Ну что, обещанные луки, которые я заморозила, наверное, ну, на года полтора или два точно, не помню, да, из-за того, что YouTube мне не прислал письмо о монетизации, а холостой труд, ну, мне тоже как-то не очень интересен, да, хочется, чтобы канал развивался. И поэтому третий канал, ну, я закрыла и решила мои антикварные находки миксовать с моей жизнью. То есть то, что я люблю, это путешествия, это мои преображения, мои новинки, покупки, ну и прочие всякие мелочи. Конечно, буду очень рада, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк и напишите комментарий. Почему комментарий? Это мне необходимо, потому что вещи, которые я сегодня буду показывать, мне нужно ваше мнение. Это обязательно. И я, конечно, читаю все комментарии и прислушиваюсь. Например, вот к этому луку, посмотрите, это льняные шикарные брюки от Zara. Они вот с такой, знаете, как юбка, как запах идет. Очень як, честно говоря, шла к похудению и купила две пары, то есть на размер еще меньше. И я чувствую, что вот эти брюки мне стали посвободнее, и еще немножко я перейду на вторые. Ну, а так как уже возраст, мне сегодня 56 лет, и очень сложно держать себя всегда в форме, потому что немецкая кухня очень колоритная, и я очень быстро набираю 2-3 килограмма. Ну, вверх, конечно, я не уплываю, но 2-3 килограмма, которые лишние именно где-то не застегнуть, где-то давят, где-то некомфортно, я их очень часто набираю. Вот к этому моему луку я подобрала вот такие шикарные бусы. У них очень красивая застежка. Это винтажные. Я очень люблю винтаж, хотя вещи на мне сейчас все новые, кроме бус. Я сейчас сниму и покажу вам. Обратите внимание, какая здесь красивая, красивая застежка. Видите? Это Aurora Borealis. Несколько слоев. И вот это черные бусы, гематит. Я тоже очень люблю. И прошу совет, какую сумочку? Сумочка винтажная, 60-х годов. Помните, наверное, все? Она в идеальном состоянии. И она такая стильная, на мой взгляд. Ее часто я выгуливаю. И она притягивает, конечно, взгляды. А вторая сумочка современная. Тоже, мне кажется, она сюда хорошо подходит. Ну вот как вы думаете? Либо вот это, который можно повесить на плечо. Либо вот это. Следующие, наверное, мои луки будут сопровождаться, как всегда, моей любимой музыкой, которая была на том канале. Вот. И, конечно же, я повторяю, пишите то, что вам понравилось больше. Мне очень интересно. И сегодня будет только одна небольшая часть от моих новинок, а очень-очень много будет еще винтажных вещей, и они будут представлены, конечно, позже в видео. Да? Ни в коем случае мой канал не меняет тематику антиквариата, просто разбавляет ее. Да? Ну а теперь давайте продолжим. Thank you.
друзья, на этой ноте я хотела бы с вами попрощаться. Ну, думаю, ненадолго, но обещаю раз в месяц хотя бы выпускать видео, потому что, ну, мне это самой тоже очень нравится, но из-за нехватки времени я, конечно, так вот немного торможу. Но если мы наберем большой просмотр, много лайков, много комментариев, конечно, у меня будет стимул вам все это показывать. Итак, любите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Всем мира и добра. И пока-пока. Чусь!